Нет никогда нет. Но за эти вот последние годы у нас в стране долларовых миллиардеров больше, чем во всем мире практически. И когда мы задыхаемся в нищете, когда мы страдаем от всех этих цен, услуг непомерных, бардака, который творится в присутственных местах, медицинских учреждениях, дошкольных и школьных, они наживаются только на этом. Мы беднеем, они богатеют. Это не я говорю, это говорит статистика и говорит то, что есть на самом деле.